Центральная улица Крымская. Ранним утром на остановке Центральный рынок многолюдно. Анапчане и гости курорта пытаются отыскать расписание нужного рейса, но попробуй разгляди его среди вала частных объявлений. Расклеиваются они теми, кто, похоже, не знает, что для этого есть специально отведенные места. Доски объявлений, например, газеты и интернет. А вот такие листочки с отрывными ленточками с телефонами смотрятся, мягко говоря, по-колхозному. Уважаемые жители и гости курорта Анапа, администрация муниципального образования просит вас, чтобы вы не расклеивали бумажные объявления в общественных местах, особенно на остановках, так как это портит эстетический вид города. Почему-то те, кто занимается такой вот саморекламой по старинке, забывают, что чистота на улицах Анапы не только задача городских служб, но и каждого жителя курорта. Впрочем, не только к совести нарушителей взывают сотрудники администрации. Наказание рублем – куда более действенный метод борьбы. На авторов объявлений могут быть наложены штрафы от 1 до 3 тысяч рублей.